каждом маленьком ребенке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, тра-ба-бах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Кто в теремочке живет? Я. Ну кто, я? Я мышка, да, двушка. А я не кошка, как кошка. Понятно. Я зайчик, а не зайчик. Понятно. Я вообще лобачок. А ты кто? А ты кто? А ты кто? А я конь в пальто. Где ты кто? Что, сидели к нам жить?